Hola, amigos. Boa noite. И что он в Бразилии? Ну вот сейчас где-то 3 часа дня, а по-бразильски это уже вечер. И вот я стою на песке. Я не могу назвать, что он белый, но он такой с сероватым, ну а-ля с таким бежевым оттенком, светлым-светлым бежевым. И я абсолютно спокойно здесь стою уже несколько минут, и песок такой теплый. Он не горячий, но он такой теплый, хороший теплый. А вот там, вон там белый песок, это еще белее вот этого. И вот я сейчас дойду туда и поделюсь впечатлениями. Провожу эксперимент за ветер, ну как есть. Ощущения, сейчас скажу, какие ощущения. Вот как будто я стою на таком, знаете, теплом полу, который вот включили, и вот он только-только начал давать тепло. Так, а что у нас внутри? А внутри вот даже непонятно. То есть это не прохлада, нет. И не жарко. Это вот, знаете, такое состояние, когда говорят, вот на Кавказе, я не знаю, как эта одежда называется, такая, знаете, с такими плечами и... В общем, вы меня поняли. В которой не жарко летом и не холодно зимой. Вот это вот то же самое состояние внутри.